Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня мы играем в криминалочку на серии Магазин Холли Плей, первый сир, мы здесь Кирилл Красава, да, пацан, это мой твинк, и думаю, по названию ролика вы догадались, о чем сегодня пойдет речь, тема классная, короче, с вас Лукасов, и выходит новая серия, но я расскажу вам, что вчера произошло со мной. Короче, написал мне Монро, типа, вот, давай я тебе отдам все на магазинке, мне, типа, не надо, я все равно там не играю. Я такой, блин, ну, окей. И вчера он зашел такой, и все мне просто отдал. Все мне отдал, но не все я смог принять. Это как, вы спросите? Сейчас я вам расскажу. Самый главный подарок для меня, думаю, и для вас, думаю, тоже, если вы шарите, да? Самый крутой подарок, это вот эта машина. Минуточку внимания, хочу посоветовать вам свой бизнес. Мой бизнес — это аптека в городе Южный. Находится он возле башни Останкино, а также рядом возле СТО Южного. Найти мой бизнес можно через GPS, 6 раздел. Листайте в самый низ, и вот мой бизнес, 41. В моем бизнесе вы можете купить аптечки, маски и разные лекарства, и не только. Если вы любитель сходить на ВЧ, либо патрулить полицейских, то вам именно ко мне. Вход, конечно же, бесплатный, заходите и закупайтесь. Это вот эта машина, это его BMW на блат номерах. Да, теперь это BMW, моя BMW. Вот таком она в прикольном цвете, почти как мой цвет, но чуть-чуть поярче. Мне он тоже этот цвет, кстати, нравится, довольно-таки классно выглядит. Я думаю, вы со мной согласитесь. И вот такой вот подгончик мне Монро сделал. Вот такой вот подгончик просто. Блин, я, честно, охуевший. Серьезно, здесь за мат. Просто, блин, я реально не ожидал, что мне все даст. Ну, я ожидал, Монро у нас хороший пацан. Кто не понимал, кто такой Монро, Джейсон Монро, кто давно со мной на канале, тот поймет, кто такой. Он как бы в МТА перешел играть, и ему это ничего не нужно. Как бы. Он мне подарил вот эту BMW. 1 300 000 он мне еще подарил. И он мне хотел подарить Мустанг. Мустанг хотел подарить, но у меня как бы места нету, сами понимаете. И сливать мне было жалко его в ГОС. Я люблю машины, и мне было сливать жалко ее в ГОС, этот Мустанг. И я его подарил Леону. Леон Копылову я его подарил. Если что, лидеру ОПГ Южные. Сейчас я картинку вставлю. Этого Мустанга, он уже его перекрасил, вот. Я подарил ему этот Мустанг, короче, потому что у него и машины нету, и ни хрена нету. Короче, да. Ну и бизнес я ему тоже подарил, грубо говоря. Это столовая, знаете, столовая вот это, то, что Бусаева, я ему лям добавил на него. Ну, грубо говоря, подарил ему этот бизнес, короче, я ему его и отдам, он мне не нужен, как бы, поэтому вот такие вот дела. Пусть он с ним распоряжается как хочет. Ну, короче, теперь у меня на этом аккаунте BMW на блатах и моя Audi, на какую я номера сам ставил. Топ 3 четверки. Там чуваки спрашивают, типа, это же типа мульти-аккаунт. Ну, блин, я не видел в правилах, что типа нельзя иметь машины на блат номерах на типа на другом аккаунте. Я думаю, это не запрещено. Я знаю, что нельзя иметь дом и бизнес, но дома и бизнеса у меня здесь нету. Да и денег у меня здесь нету. Это все мои деньги, 10 тысяч, что здесь есть. Давайте зайдем в наше СТО, починимся. Это СТО Джонни Прайд. Привет тебе, если ты смотришь, кстати. Так, давайте починим ее, потому что, видите, у него ХП очень мало. Так, починить. Все. Мы ее починили. Пробег у него будет сейчас 3000 всего лишь. Всего лишь, пацаны, 3000 пробега. У него госка 5 лямов, чтобы понимали, да. У него госка 5 миллионов. Цвет, и кому нужен, 143. Вот такие номера ММР 3.0. Номер, конечно, не вах прям, но мне нравится. Мне серьезно нравится. Я вот вчера на ней катался вечерком. Зашел в часов 9, короче, покататься на ней. Хотя у меня смурка есть, да, вы сами знаете, у меня есть смурка. Ну, блин, я реально полюбил эту машину. Она стоковая. У нее стоит только нитро.
Она стоковая, у нее стоит только Нита. Давайте Карпас я посмотрю. Карпас 83. Карпас у нее просто сотка, пацаны. Это чисто десница такая, блядь. Прям соска, понимаете? На блатах с нитро всего лишь. Без каких-либо чипов, просто конфета. Реально. Так, бэху я, короче, эту тюнговать не собираюсь. В стане стоит только нитро. Ну и все, больше из тюнинга здесь ничего не стоит. На мустанге тоже стоит только нитро. И он даже без номеров мустанг, какой я подарил Леону. Ну, мне его, короче, подарил Монро. А я... Ну, мне некуда его девать было. Я его подарил Леону. Леон Копылов. Так, здесь у нас никого нет. Но я не буду заезжать все равно. Я ж с другого аккаунта зашел. Ну, реально, тачка очень классная. В принципе, это же BMW, пацаны. Она не может быть хуевой, как вы можете это знать. Она без номеров, ой, точнее, она на блат-номерах, без чипов. Видите, она бодро все равно едет. Конечно, не к свою максимальную скорость, но едет бодренько так тоже. Можно, конечно, аль поджимать, она будет быстрее ехать, то есть свою стандартную скорость, но я этого делать не хочу. Она и так довольно-таки бодро едет, как по мне, и ей этого хватает головой. Ей реально этого хватает головой просто. Я хотел бы перекрасить, конечно, в цвет серый матовый цвет хотел бы. Ну, диски я бы не трогал, эти диски, в принципе, нормальные. Хотя мне стандартные диски M5 больше нравятся. Именно стандартные диски. Они такие серые. Ну, блин, как вам объяснить, не знаю. Ну, забейте в интернете, типа, BVM 5.60. И увидите, такие там диски, именно такие красивые. Блин, ну, охуенные диски, реально. Эти диски мне не очень так нравятся, но тоже нормальные. Чиповать я ее не буду вообще, потому что чип-тюнинг стоит лям с чем-то там. Тут у меня таких денег нету. Вы спросите, те же лям 300 подарил Монро еще. Но он их подарил на основу, пацаны, если что. И то я, по-моему, я Леону 250 тысяч дал, да. И кому-то еще там давал деньги, короче, ну ладно, неважно. Давал я бабки, короче, у меня там осталось, не помню сколько даже, около 2 с чем-то, наверное, у меня миллиона там осталось, короче. Да, никак я не накуплю на ГТР, ну, блин, хз, посмотрим. Ну, бэха реально очень прикольная такая, даже без чипов, я ж на мурке с чипами езжу, а тут чипов нету, и довольно-таки тоже приятно не ездить, тоже без чипов, она хотя бы не едет. 175 стандартную скорость, но все равно приятно на ней ездить. Очень даже приятно не передвигаться, все заебись просто. Просто все заебись. У Монро больше ничего не было, только было BMW, вот это Мустанг и лям 500 у него был, да, лям 500 у него был. Он говорит, типа, я 200 тысяч ставлю, буду тебе, может, на стримах залетать. И, кстати, у него Таврия есть еще на блатах, не знаю, может, у него взять ее и разыграть между вами, там блаты... Что-то типа 3 буквы R и 229, что-то такое, знаете. Что-то вот такие номера, вот примерно вот такие номера там. Напишите в комментариях, брать у него таблю, может разыграем эту таблю на блатах. Я не знаю, посмотрим, короче, посмотрим. Ну, вот такая вот серичка, пацаны. Там хейтеры, не бомбите, если что. Монро сам принял это решение, он решил мне все отдать. Я ему за это очень благодарен, в принципе, очень благодарен, просто респект Монро. Давайте напишем хэштег Монро красавчик. Если что, Монро Вова зовут. Ну, короче, пишем вот такой хэштег Монро, Монро красава пишем, Монро красава. Такой хэштег давайте напишем Монро красава. И думаю, будет приятно вообще, просто ему будет приятно. Реально, он мне сделал приятно прям. Охуенно просто, я реально, блин, рад, что мне подарил бэху. Как вы знаете, у моей мурки госка 900 тысяч, а здесь еще госка нормальная. Номера тоже такие прикольненькие. Да, настолько, но все же, блин, понимаете, это будет как, ну, не знаю, может запасной вариант. Если с тем аккаунтом что-то случится, то я смогу здесь поиграть. У меня здесь есть и Audi. Кстати, Audi на полном тюнинге у меня здесь. Я ее тюнинговал. Она у меня на полном тюнинге, короче. Ну, блин, тачка охрененная, он за ней, в принципе, ухаживал, все с ней нормально.
износа нету. Он полгода, понимаете, не заходил, даже не играл, поэтому это его решение было дать мне, в принципе, все, что у него есть, грубо говоря. Ну что ж, это у меня все. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. И всем пока-пока. I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying.